Впервые в Узбекистане Олимпийский день отмечается как общенациональное гуляние. Он празднуется во всех регионах республики, в том числе в Арнасайском районе Джизакской области, где прошли масштабные зрелищные спортивные состязания. В то же время во всех парках культуры и отдыха, в образовательных учреждениях страны организованы спортивно-развлекательные мероприятия. Одно из них прошло в столичном экопарке. Здесь сотни талантливых спортсменов продемонстрировали свое мастерство широкой публике. В оживленной атмосфере прошли состязания по боксу, легкой атлетике, художественной гимнастике, бадминтону, дзюдо, соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Праздничная программа продолжилась и в сердце Ташкента, на площади Амира Тимура. Особый интерес посетителей вызвал прошедший здесь конный парад. Многие спешили запечатлеть необычное зрелище на телефоны. А завершается праздник главным торжеством в Ледовом дворце Хуму-Арена с участием известных артистов узбекской эстрады.